Славянка – бренд Беларуси. Главный упор предприятия делает на внутренний рынок, а пока показ новой коллекции школьной формы. Участникам выездного семинара демонстрируют изделия из трикотажа. Не забыли здесь и про современные тренды – клетку, клеш и рюши. В планах отшить к сезону больше 40 тысяч единиц. Поставки планируются внутри страны и на экспорт. Основной партнер – Россия. Сегодня задача семинара – развить горизонтальные связи между большими предприятиями и малыми, чтобы они в одной связке решали все свои экономические проблемы. В условиях вот нарушения хозяйственных связей это очень важно для того, чтобы экономика обрела устойчивость. В зале туриста 70 предпринимателей. В онлайн-режиме еще 31 представитель с разных регионов страны. Ключевая тема семинара – налаживание взаимодействия ИП и крупных предприятий. Это позволит оперативно обмениваться информацией о потребностях в сырье, комплектующих и производственных возможностях. Для нас очень важно сегодня здесь, в Бобруйске, на примере крупного бизнеса, на примере малого и среднего бизнеса, посмотреть, как мы можем еще активнее вовлечь малый и средний бизнес в кооперационное поставки с крупными предприятиями. Но для нас очень важно опыт распространить не только на Могилевскую область, но и на всю страну. За последние 5 лет в Могилевской области произвели импортозамещающей продукции на 3 миллиарда долларов. И это только начало. Половина приходится на малый и средний бизнес. Отсрочка по аренде, продление срока действия документов и не только. Создаются все условия для развития предпринимательства. Перспективы есть для всех субъектов хозяйства малого и среднего бизнеса Республики Беларусь. Сегодня у нас преуспеют те, кто вовремя вовлечет свои денежные средства в создание импортозамещающих производств, займет нишу тех иностранных предприятий, которые ушли из Республики Беларусь. По итогам 2021-го вклад малого и среднего предпринимательства в ВВП страны составил почти 27%. Выросло и количество тех, кто решил впервые самореализоваться в бизнесе, преимущественно за счет ИП и микроорганизаций. В топе сейчас торговля, ремонт автомобилей, строительство и промышленность. Ольга Васента, Карина Гуревич, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360.